Друзья, всем привет! Сегодня у меня самое интересное видео. Я отвечу на ваши самые популярные вопросы. Вы спрашиваете, чем кормить канареек и попугайчиков? Или чем кормить попугайчиков и канареек? Какой же корм посоветуете? Я вам сегодня порекомендую самый лучший, самый полезный, самый хороший и вкусный для канареек и попугаев корм. Идемте смотреть обзор на новый классный корм. Ребят, в общем, такая картина. У меня слева попугайчики волнистые. Соответственно, и корм для них приготовил. Справа канареечки. Все мы любим и канареек, и также любим попугайчиков. И вот очень важно для каждого заводчика кормить своих птиц полезными, хорошими кормами, чтобы корм был проверенный, чтобы корм был с качественного зерна, чтобы птица кушала этот корм и радовала своим здоровьем своего владельца. Итак, я вам покажу сегодня обзор на вот этот вот корм, называется Prime Evers для канареек и Prime Evers корм для волнистых попугаев. Этот корм я выбираю для себя, и я его проверил, рекомендую вам. Значит, корм обладает очень хорошим качеством. Это российский производитель. Смотрите, я сейчас вам специально хочу показать на тарелочке, как выглядит визуально, что здесь у нас в составе. Здесь в составе у нас самые любимые зерна канареечек. Сейчас канареечек посмотрим, а потом посмотрим волнистых попугайчиков. Значит, самое любимое это у нас будет рапс. Канарейки любят рапс, все знаем. Потом идет канареечное семя, потом у нас идет просо. И обратите внимание, здесь достаточно много рапса. Достаточно много канареечного семя. Также присутствует просо. Белое, желтое, красное. Сафлор. Вот кто не знает, вот эти вот беленькие зернышки, вот они, сафлор. Они очень хорошо влияют на окрас канареек. Также здесь есть небольшое количество, составляет лен. Лен очень полезен для пищеварения. В некоторые фирмы кладут очень много льна. И поэтому попугаи и канарейки плохо себя ведут, расстраивается желудок у них, переизбыток льна, это вредно. В общем, вот также здесь есть овсяночка, канареечное семя, я сказал. Конопля тут еще есть. В принципе, каждый из вас может ознакомиться, прочитать состав там в интернете или в магазине, взять пачку, почитать. Но я вам сейчас на скорую руку покажу. Вот, пожалуйста, состав корма. Здесь у нас канареечное семя, рапс, овсянка, просо желтая, просо красная, лен, конопля, сорга белая, чумиза, видите, морковка сушеная, пшеница, воздушная, мед, витамины, комплекс витаминов А, Д, Е, В1, В2, В6 и В12. Вот такой хороший, замечательный состав. Я вам рекомендую. То есть вы, даже если вы решите уехать куда-то там на несколько дней, допустим, на море, вы открываете кормушку, насыпаете там 3-4 ложки, если у вас одна канареечка там, или, значит, это будет 3 дня вас не будет, высыпьте 3 ложечки корма. Если у вас много не будет, у вас много канареек, ну, насыпьте им полные кормушки, там 2-3 кормушки поставьте. Посмотрите, корм рассыпчатый, корм не плесневелый, все качественный. Кстати, когда покупаете пачечку, сразу нюхайте. Вот я сейчас обратил внимание, запах свежего зерна. То есть такой корм я даю своим птицам и рекомендую своим зрителям. Что касается волнистых попугайчиков, сейчас я вам продемонстрирую корм для волнистых попугаев Prime Evers. Также посмотрим состав, чего здесь больше, чего здесь меньше. Может быть, тут одно просо, а может быть, тут одни семечки и все. Сейчас смотрите, друзья. Видите, какое тут разнообразие. Здесь у нас есть... Сейчас мы разровняем. Друзья, обязательно смотрим состав. В состав входит просо, желтая, красная, чумиза очень, кстати, полезная. Овсянка, сафлор. Сафлор – это вот это вот беленькое, что я вам показывал. Видите, это очень... Вот она беленькая, это сафлорчик у нас. Он тут присутствует. Так, посмотрели состав, домой пришли, на тарелочку высыпали, сверили, все ли тут есть, все тут есть, тут тоже есть. И лен для пищеварения, и семечки, и морковка вот сушеная, пожалуйста. То есть, ну, прекрасный корм. И просо, обратите внимание, двух-трех сортов, желтая, красная. То есть, это все будет тоже полезно.
Вон какие попугайчики у меня, видите, уже видят они корм, видят уже, видите, вон суета началась. Вот, пожалуйста, покормите, прям просят. Такие вот у меня красавцы есть. Ну, быть искренним и честным, вот этим кормом я кормлю своих попугаев. Кормом Prime Evers уже примерно недели полторы. То есть за недели полторы я вижу, что птица стала активней, птица стала интересней, бодрее. Ну и, соответственно, сейчас у нас жарко. Не каждую птицу заставишь кушать какой-то плохой, допустим, корм. В жару птица мало кушает. А тут вот смотрю, они кушают прям хорошо. Так что, друзья, ссылка в описании, ссылка под видео. Можете перейти по ссылке и заказать себе этот корм. Еще раз запишите, возьмите ручечку, бумажечку. Корм Prime Evers для волнистых и корм Prime Evers для канареек. Это для цветных. Вот видите, тут даже на коробочке написано цветные. Нарисованы цветные и желтые. Друзья, до скорой встречи. Я надеюсь, вам понравился мой обзор. Здоровья вам. Крепкого здоровья вашим канарейкам. Пускай они у вас разводятся, размножаются, радуют вас. До скорой встречи на моем канале. Всем пока.